Добрый день! Привет всем из Югры! Меня зовут Наталья Карпова, мне 64 года. Живу я в поселке Междуреченский Ханты-Мансийского автономного округа. Вот сейчас я нахожусь на том самом месте, где идет слияние двух рек Аха и Канда. Свою творческую деятельность я начала лет 6 назад. Я очень долго вынашивала свою мечту научиться рисовать, но смогла это сделать только на пенсии. Родилась и выросла я на Урале. Но так случилось, что последние 40 лет я живу в Сибири. Поэтому природа и Урала, и Сибири для меня родная и любимая. Моя любимая тема – это пейзажи. Я очень люблю их писать. Иногда на моих пейзажах появляются различные животные, как, например, вот на этой картине. Идею написать этот сюжет я вынашивала, наверное, месяца 4. Дело в том, что я начинающий художник, я так считаю, и сомневалась в себе, смогу ли я справиться с такой сложной работой. Но в один прекрасный день я взяла кисть и холст, и как-то на одном дыхании я написала эту картину. Просто потом дольше времени заняло то, что я ее прописывала. Мне нужно было вот свою стихию таежную вписать этого лося, такого прекрасного, красивого сахатого. Сахаты у нас в России называют лосей, которые имеют вот такие шикарные большие рога. И, в общем-то, пришло время, когда я уже вроде бы закончила писать, но еще сомневалась, но потом я поняла, что наконец картина готова. Я очень рада, что я приняла участие в этом конкурсе, в этом замечательном конкурсе. Я желаю всем участникам конкурса победить во втором туре. Желаю творческих успехов и удачи. Ну и себе, конечно, удачи тоже.